Итак, ребят, всем здорово, продолжаем проходить с мод. В общем, начинается одна из самых страшных глав в этом моде. Ну, в принципе, не самая страшная. Самая страшная будет следующая глава, потому что она будет вылетать постоянно. У меня, в принципе, есть сомнение того, что я вообще не смогу эту главу пройти. Ну, короче, кто не понял, я про Ревенхольм. Там просто такой баг, то что игра в Ревенхольме постоянно вылетает. Я причем не помню, она вылетает либо в меню, либо она вылетает вообще. Если вылетает вообще, то это очень страшно будет. Я вообще не знаю, как это проходить. Okay, it's human. Так, так, это человек. Hello? Да чё, бля? Гордон Фриман? You've made it here this quickly. Well, Eli is going to be amazed, not to mention relieved. I'm Dr. Mossman, Dr. Judith Mossman. I've been hearing about you since long before the case. Oh, Black Mesa. I do so envy you working with Eli and Dr. Clyde over there at the top of their. Она сейчас будет затирать про то, что это я должна быть вместо вас. Вот он предаст нас смело. Так, я не хочу с помощью щитов проходить с Ревенхольм, потому что все то награбленное, да, то, что я нашел, все это пропадет. А мне, конечно же, это не устраивает. Ой. Similar to our Kawabi Yamaha, but they failed to factor in the dark energy equations. They can tunnel through the universe, but once they're here, they're dependent on local transportation. If they knew what we were doing with entanglement. Доктор Фриман, I presume. Listen to me, I sound like a postdoc. Oh, бери отсюда. I'm just so excited to think that we'll finally have the chance to work together. Where was I? Такого зен-сжатия, что никто в черной меди не поверил бы. Мы выяснили, как использовать зен в качестве скрытой оси для рывка через пространство. Так что можно облететь вокруг граничного мира и вернуться, не пересекая местное пространство. Башка крематора. Гордон Фриман. Let me get a look at you, man. My God, you haven't changed one iota. Как тебе это дается? Все, спасибо. Это крем, ребята, это крем. Крем называется Джимен. Я им помазался и заснул на 20 лет нахрен. Вот ни хрена я так и не изменился. Это не черная меза, но тоже неплохо. Да, но черная меза это, конечно, обалденная. Такая обалденная лаборатория. По сравнению с этим подвалом, конечно, сравнится. Мне, кстати говоря, папаша... Ну, это понятно, вот это вот Эмай, Элай, да? Вот это вот Элай, а вот это вот мамаша, походу. Которая... Не знаю, что с ней стало. Что это мы здесь делаем? Ну ладно, ладно. Понятно, так, она начнет сейчас инфу передавать Альянсу, да? Потом прилетит вертолет и начнет здесь все бомбить. И она претендовала на твое место, но ты обошел ее благодаря чему-то там. Не успел прочитать. Мы еще не знаем, для чего это. Алис приносит нам очень странную штуковину. Тут это, что ли? Башка крематора. Мы все еще не знаем, для чего это. Какое-то странное крепление к телу вот этой башки. Боже мой. Да. Да. Папаша, шутник, а?
хочет нас с Алекс в спарринг поставить, так сказать. Ну вы поняли, да? Ну вы поняли. Что это? Тот самый камень, из которого все началось? Ребята, я так-то здесь. Как насчет того, чтобы... Не знаю. Что они вообще хотят сделать? Нифига себе он, у него... Алекс? О, Аста. Обалдеть. Да. Ну, Пентиума 2 стоят. Или что это такое вообще? Ой-ой-ой-ой. Главное, чтобы она сейчас не улетела. Ты наверное, в следующий раз уже доверить мне не только установку, но и расчеты. Девочки, не ссорьтесь, не ссорьтесь. Я могу сразу с двумя нахер. Так, ну. Что здесь вообще еще есть? Предательница, тварь, тварь! Миллионы погибли за тебя! Во многом благодаря ей. Что это она должна быть в тестовой камере черной мезы? Она бы там сдохла. Я ж Гордон Фриман. Я ж тип мужик. У меня руки заточены подороже. Она бы там сдохла и все. Это Джим Мосман, ну ты... Вообще, по сути, вот то, что вот произошло в этой вселенной, да, в Half-Life, во вселенной Half-Life, это все по моей вине, по сути, да? Ну, образно, если так посмотреть с первого взгляда. Потому что я, по идее, послужил началом для этого. Это, конечно, если копать намного глубже, то, в принципе, виноват не я. А если поверхностно, то виноват я. Конечно же, да, потому что я как бы эту установку, ну не установку, а телегу, консервную банку эту заложил там, под потоки энергии, так сказать, вот, и все это началось. Так что, по идее, поверхностно виноват я. А если, конечно, копать намного глубже, то это не я, конечно. Я просто чему это говорю, она действительно жужжала, типа, о том, да, это я там должна быть, то-то, сё-то, да? Так, сейчас. Так вот, она типа жала, да, типа, вот, это я там должна быть вместо него. Она действительно хотела взять всю вину гибели человечества на себя? Потому что, по идее, все это началось, ну, поверхностно, опять же, из меня. Она об этом не думала, то что если она все это, ну, не знаю, короче. Меня вообще здесь проклинать многие должны, типа, ты что натворил, дебил, ты все это сделал, ты все это начал, там миллионы сдохли. Инопланетяне прилетели, какие-то твари там и так далее. О! А, слушайте, блять. Ну вот это вот она и есть, кстати, вот эта вот пушка, да? Вот это вот, смотрите, вот так вот. Как там оружие выбрасывать, ну неважно. Вот, короче говоря, вот эта вот пушка, это лазерка. Я просто пораньше нашел, поэтому взять ее не могу. Вот. То есть, по сути, вообще здесь должны люди проклинать. Меня, вот тут Джимена, Элай, Клейнера, все должны меня проклинать и убивать за то, что мы все это начали, по идее, да? Потому что никто не ожидал, что такая параша начнется. Вот. Уху, так вот привязать, да, Алекс, к этой вот этой вот шине и вот так вот. Ох, красотка! Что сделать нам? Возьми пушечку. Попробуй, говорит. Ну да, попробуем. Я знаю, почему сейчас она... А, нет, смотри, что она среагировала все-таки. Ну ладно, ладно. О, там еще что-то валяется.
О, квантовый генератор молекулярной черной материи. Смотрите, какая, опа. Вот только жалко, что он одноразовый. А, смотрите, он бесконечный, походу. Вот он как работает, а? Он многоразовый, вот блин. Вот только проблема в том, что когда вот так вот будешь его кидать, он улетит за карту и... Все. Слушайте, а прикольно сделано, да? Потому что многоразовый. Я не думал об этом, кстати. Я думал то, что он, знаете, так, типа, разок там что-то сделал, он кончился и все. А на самом деле, хрен там. Прикольно, прикольно. Обалденно. Неужели мы можем все оружие здесь найти? Я не поверю. Ни за что. Пса, кстати говоря, тоже можно убить здесь. Правда, от него крови не будет идти. От него такие типы искорки, видите, да? Вот. Мой отец сделал его для меня, когда я был ребенком. Так усенькая. Но я немного его нарастила. Давай с тобой сыграем. Догони меня, кирпич. Вот это кирпич. Давай, оп! На носах это беспонтово немного. Вот генератор черных дыр здесь, да, вот это вот вообще пипец. Хотя он тоже одноразовый, кстати. Вот эту штуку она многоразовая, а генератор он как бы... этот... многоразовый. Вот. Хах-то так, ребята. Так... Давай. Excellent. Давай что-нибудь покрупнее. Принеси мячик. А, это тот самый мячик, да? Обезвреженная ролевая мина Альянса. Или не ролевая, как она называется. О, кстати, смотри, что можно сделать. Вот так вот взять. Вот так вот, опа. И, что он сейчас скажет? Он будет от злости, по-моему, сейчас нас прилетит всяким, всяким говном. Не? А что дальше-то, я не пойму. Все? Скриптам капец? По-моему, знаете, если уничтожить мячик, в какой-то момент она скажет, что ты наделал, Гордон? Ну, как-то, я не помню, что она скажет, но что-то, по-моему, такое было, если не ошибаюсь. А, ну, давай, сыграем в футбол. Ой. Прикольно вот так вот, да, механическим мячом играться. В один прекрасный момент пушка не сработает, и тебе прям в щи прилетит вот такой вот мячик. Если бы он еще был заряженный, то это вообще капец был бы просто. Давай с нами, бейсбол, опа! Не будешь? Давай, смотри, какая прикольная штука. Ну смотри. Бум. Ну. Команда порт, ну я говорю. Ну я же не говорил, кто будет выполнять. А, я вспомнил, что здесь надо сделать. Если как надо вот так вот сделать. Вот так вот, опа. Может как-то уже зашвырнуть за карту, да? Он что-то, по-моему, наподобие этого скажет, типа... Так, нет, это не то. Надо даже что-то сказать, по-моему, но я, конечно, могу ошибаться, но ладно, хрен с ним. Если как-то эта штука должна врубаться... А, во. Во-во-во-во-во. Давай покатаемся, смотри, какая штука. Вот так вот, оп.
Ловлю, ловлю, ловлю. Ловлю, ловлю, ловлю. Боже, что это было? Оу, щит! А, это спрайты, да? Да. Нас спалили! Нас спалили! Умри, сука! Фига себе. Это они там по кому стреляют, интересно? А, там у нас хиткраб был, точняк. Сейчас по мне будет стрелять? Ну, ублюдок, давай. Ха-ха-ха-ха-ха. Ни хрена себе, ты чё, бессмертный, что ли? Бля. Это нечестно. Это нечестно. Ты не можешь быть бессмертным, сволочь. Ладно, хрен с ним. Убегаем. За мной, мой мячик. Мы будем жить долго и счастливо. Но не здесь, но не здесь. Валим, 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 валим отсюда. Лови! Ой, блин, как я боюсь головой. Не в холле проходить, а? We're in the scrapyard airlock, stuck in a full auto cycle. Is Gordon still with you? He's right here. Good. I want you to... Dad? Take Gordon out of here. Head for the coast. Do not go to the rape... Dad? Dad! Damn it! Dog, open the airlock. Get us out of here. Hurry, now! Я попробую, конечно, поставить эффекты на минимум при Вильхольме, но мне кажется, это не поможет. Это вопрос сделан не в эффектах, а в NPC-шниках. Они там за карточкой какой-то появляются, или за границей. Я не знаю, где они появляются, но из-за этого дают ошибку. Ё-моё. Бля. Нифига себе, сколько там диалогов. Это все, что мы можем дать. Пока это все. Это мяч со мной разговаривает или что? Ой, сейчас начнется, ой, сейчас начнется. Ё-моё, сейчас сплошные вылеты начнутся, а? Ох, бля. Прощай, собака. Прощай. Пошел вон. Камеры не работают, кстати. А может, они работают? Хотя, мне кажется, они не работают. Они просто так смотрят, они заели, как бы, да? Ладно, давайте сохраним, что запасной сейф с фиганем. Отлично. Бля, только не провались. Ах ты, черт. Так. Ой, блин. Ладно, давайте попробуем, что ли. Я не знаю, что из этого выйдет. Мне кажется, вот сейчас не пройдет 10 секунд. Вот прям отчитывайте 10 секунд. И сейчас вылет произойдет однозначно. Прям смотрите, вот, смотрите. 3, 2, 1. Вот смотрите, 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Блять, какого хрена здесь так много NPC-шников, я не пойму, а? Слушайте, ну пока ничего не вылетает, конечно, что удивительно. Ну а своих убил, но это ладно, хрен с ним, сам говорю, чтобы ничего не вылетело. На остальное все насрать, честно говоря. Главное, чтобы ничего не вылетало здесь. А на остальное все насрать. Не очень-то и рабочая штука, если честно.
Надо скорее так, знаете, когда вокруг куча всякого говна. Чтоб там враги есть, да, чтобы туда закинуть, и как бы вот этим говном врагов переубивал всех. Слушай, ну пока ничего не вылетает, на удивление. Это меня радует. Дает надежду того, что все это возможно пройти нормально. Без вылетов. И вообще, что это можно пройти. Потому что раньше, сколько я не спускал эту главу, она постоянно вылетала в самом начале. Про середину и конец вообще молчу. Ой, нифига себе, кусок мяса аж от этого долетел. До деревьев. Ой, я придумал, что можно сделать, ну-ка. Ну вы идите сюда, смотрите. Так вот. Так вот. Уху! Оу, е, детка, оху! На! Ой, бля! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тише, тише, тише. Хотя мы до сих пор дробовика не достали. Не, из ниоткуда, что удивительно. Блюдки. Фашистов на вас нет, сука. Немецкая винтовка не поможет. Слушай, конечно, радует то, что нормально все работает. Я даже не ожидал, если честно. От этого говна, кстати, вообще никакого урона нет. Как так? Вот смотрите, да? Видите, вообще никакого урона нет. Меня тут всегда удивляло, что от этого вот хоть пинай вот так вот, да? Один хп снял, представляете? Один хп, все. Странным довольно-таки. Это меня удивляло всегда. Хочу посмотреть, как это будет разрывание выглядеть в замедленном эффекте. Я полетел! Найс. Не хотите тюнинг? Ой-ой-ой, вот этих тварей уже не разрывают, кстати. Почему-то. Вот этих вот ублюдков. От них пиварика ошитит, это какие-то адамантиевые зомби, смотрите. Смотрите, опа, видите, вот так вот псываем, вот этих вот изрезает, да? Вот тут ублюдка ни хрена не режет. Хо. Да, бэч. Удивительно, ничего не тормозит. Ой, не тормозит, а не вылетает. Слушайте, прикольно, прикольно. Не ожидал. Давайте через 5 минут закончим, пожалуй. Не особо большая серия будет. Почему времени не особо много сейчас. Так, ладно, берем. Игл. Охренеть, конечно. Офигеть, сколько мяса, а? Обалдеть. Бааа! Ай-яй-яй-яй! Ублюдки, ублюдки! Не трогайте меня! Ну все, меня скушали. Так. Аляхова! Ой-ой-ой-ой, нифига себе. Ой, мать твою. А, так.
Посторонись. Ножницы приди, порядок наведи. О, начинается. Больной дядька появился. А то откуда зомби? Вы знаете, неудивительно, что на этой голове вылетает игра, потому что здесь зомби повсюду. Они в стенах, они на крышах. О. Самое приятное для меня место, для людоеда, так сказать, да? Самое приятное место. А-а-а. Бля. Найс. Ну вон отсюда. Куда убежал? Охренеть, вообще ничего не понятно. Охренеть просто. Ой. Патроны, конечно, кончаются очень быстро. Очень быстро. На пистолет. Но и стреляет из них, как непонятно кто. Ну, а давайте тогда до конца остранимся уж. Ну, я говорю, не удивительно, что игра влетает. Во-во-во-во, видите, вот это вот говно? Вот он сейчас нас будет постоянно доебывать. Бля, вот начинается. Ну твою мать, ну так хорошо все шло, а. И скорее всего, знаете что? Здесь нельзя врубать этот. Блять, как он называется-то, боже мой. Замедление, вот смотрите. Сейчас все это говно вырубим. Вот, смотрите. Как много не отрубает, кстати. Ну вот, короче, да. Берем, так, врубаем замедление, да? Хотя, знаете, скорее всего, влетает тогда, когда врубаешь замедление на куче зомби перед тобой. То есть, вот, смотрите. Хотя, ну, не будем хуйней заниматься, хрен с ним. Сам сейчас главное по-безопасному пройти, без вылетов. Вообще, самая главная сейчас задача, да, в принципе, все это пройти поскорее. Эту главу. А потом уже, соответственно, на расслабоне играть, потому что там таких багов уже не будет. На, держи. Оу. Эти твари, они стоят на головах, на друг друге конкретно. Неудивительно, вот даже... Какой, а? Просто кошмар. Чё там, патроны на пистолет, да? Чё-то ни хрена. А, понятно, почему ни хрена. Потому что на эти патроны пошли все, да? Ладно, ребят, давайте, пожалуй, закончим на этой ноте. Ой. Это нечаянно. Но вылетает в любом случае не всегда. Так понимаю, вылетает чисто из-за замедления. Ладно, ребят, всем пока, удачи. Давайте на этом моменте закончим, пожалуй. Всем пока. Потом, собственно, продолжим. Все более-менее нормально работает. Меня это, конечно же, радует. Всем пока, удачи.